Спасибо. Рассветаю я владеющий, помыли до воды рекой. Выходил я в ламоду за обувью крутой. Значит, хочу сразу сказать по, ну, тот поток, да, что был, ну, позавчера. Это не считается. Вот, да, вот то, что, сука, там, вот я там проверил, типа, да, там, Battle Bomber, это все фэк. Сразу скажу, что это все фэк, это все бред. То есть, да, есть такие, кто говорит, что типа, о, типа, ты там, ну, слабо играешь, Battle Chandlers, типа, ну, зомби сильнее, чем ты, это все бред. Я сразу вам скажу, да. Я скажу так, что позапрошлый поток, это были поддавашки. То есть я поддавался, максимально поддавался для того, чтобы... ну, чтобы зябл, так сказать, поиграли. Вот. Здравствуйте. Просто я скажу сегодня следующее. Победы со стороны школьников не было. Ее не было, то все сквалифицировали. То есть, ну, это все бред. Ее не было, то все выдуманное... скажем, бои, поэтому все люди, которые, ну, недоброжелатели, которые делают какие-то видео нарезки в том ключе, якобы я слабый, да, а школьник сильный, это все фэк и бред, поэтому просьба, ну, не смотреть такие нарезки. Спасибо, да, что запустил. Кстати, Заем удалил прошлый поток. Где тебя же Эдскул попустили, как ебаную мышку, как Трич ТВ его нарежет для еще нас? Верни все, мышонок, и на пойдут штрафные санкции против тебя, Глэк. Еще раз повторяю, вот это все бред. Значит, итак, смотря. Видео заблокировано во всем мире, поскольку содержит контент, защищенный авторским правом, да. Это какая-то, может быть, песня. Я знаю, какая песня, я могу просмотреть, это все несложно. Но вам я об этом не скажу, потому что есть хуесосы, которые специально будут эту же песню включать потом, чтобы у меня удаляли все. А нужно всегда быть человеком. Никогда... Дед Хайф, в смысле, не будет зомбы? Да. Заебался, что тебя попускаю? Трич, отдельный хай. Спасибо за нарезки. Люблю тебя. Значит, батл раунд сегодняшнего дня официально, сегодня 26.10.22, сегодняшнего дня официально батл раунда входит в критерии игры. Здравствуйте, Валерий. То есть ты считаешь, давая себя попускать направо и налево, делает тебя сильным? Ролинке, конечно, повезло с таким оленем, гля, ведь у нее и ламудрый рокер есть, и старого хрыча попускает ежедневно. Что значит попускать? Что значит твое понимание попускания? Что это значит? Я мужчина, а ты женщина, поэтому просто не нужно лишних слов. Все. Я не понимаю, я выиграл или нет? Придурок, я тебя спрашивал, сколько будет стоить, чтобы ты сделал приятно пенеротикам? Денис, дай ему в ухо. И я заплачу 50 евро. Пола, да нехуй смыкать. Ай, блядь. 50 евро на дороге не лежат. На дороге, блядь, лежат. Трич, давай дай ему на дерку деда. Сколько? Не, вот этому пи***ру я не дам. Этому, сука, точно я не дам. Не, братан, это ты жестко запросил, реально. Это ты хочешь, сука, шкурки, чтобы я вот этой дал, блядь? Ты хочешь, чтобы я вот этой шкурки, сука, монтажеру вот этому вонючему? Это всего лишь монтажер. Это всего лишь жалкий монтажер. Ты хочешь, чтобы я ему ту мудрку дал? Это бред! Понимаешь, это даже не человек, это монтажер, блядь, понимаешь? Какая ему мудрка, он только монтажировать умеет, ворует и нарезает, все, это монтажер, все. Он журналист, который не прогнулся под твои угрозы. Я еще не начинал ему угрожать, я еще ничего не начинал даже, понял? Я еще ничего не начинал, понял? Я тебе сказал, я еще ничего не начинал. Если бы я начал бы угрожать монтажеру, я никому ничего не начинал, понял? Я еще ничего не начинал. Да, хочу.
О, вот так вот сразу бы, пришел бы раз и все. Пена. А, я трусы снял. Фу, блядь. А как? Подожди, вот его канал. Во, смотря. Итак, смотря. Вот, видишь, модераторы. Вот модераторы, да. Вот они сидят все. Видишь, какие? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. И вот так смотри. Ить. Вот он, Трич ТВ. Привет, дедушка. Сразу. Боже, какая ты продажная шалава. Я тебя на шалаву кумыскал. Тебе если 100 000 заданить, то ты Зеленского модером сделаешь? Осуждаю. Пиздец. Никакой чести и достоинства. Жесть. А Гитлеру дал бы за 200 000. Итак, сегодня день разбана. Я Нику села. Смотри, какой Нику чела в чате был, лол, не бать. Ай, нового пену для всех заблудь. Не надо, ты здесь никто. Чего? Керамон. Я буду писать и рассказывать, как прошел мой день, как я проснулся, что я покушал, сколько я сходил раз в туалет. Расскажу о своих друзьях, подругах. У меня день рождения был, да, 13 числа. Я не досказал, как он у меня был, а я расскажу. Я буду рассказывать, мне такой праздник устроили ребята, друзья. Я не ожидал. Они купили мне бумажные шапочки. Бумажные шапочки купили. И позвали меня на фудкорт. А я прихожу, они меня там ждут за столом на фудкорте. И все в бумажных шапочках. А на столе моя любимая пицца. И я хочу об этом писать. Заткнись нахуй. Куплю себе компьютер. А по мне весь мир узнать моих блогеров. Я буду видеоблогер. Буду блогер ЖЖшку завести в группу ВКонтакте. У меня будет группа ВКонтакте. Денчик на прогулке. Я буду всегда писать, где я и с кем. Я расскажу о своей косметике. О чем рассказывать? А какой купила сегодня маникюр, какой себе прическа. Денчик на прогулке ВКонтакте, группа! ЖЖшечка! Боже, какой позор! Новый пенка, сегодняшняя новинка, свеженький еще. Это у меня фотка новая для блога! Ты спалил фотку, это для блога, блядь, приготовлена была! Итак, смотря. Смотря. Вот он сейчас абри. А я попробую. Ло, смотри. Смотри, смотри. Смотря. Видишь? Это сейчас прям в прямом эфире, смотря. Смотри, украл. Видишь, что-то украл, да? Смотря. Видишь? Да. Это абрикосовый мальчик, смотря. Смотри, он прям камеру лезет воровать. Смотри. Ля, сука, вор. Ты вор вонючий. Абрикосовый мальчик. Смотри, смотри. Смотри. Смотри, смотри. Блядь. Да ладно. Блядь. Блядь. Зараза, вор проклятый, сука. Бля, провод затащил, да? Он отсоединился от повербека. Грязь. Да, да, видишь, он на жебру завез, смотря. Да. Он просто видит, камера, огонек светится, он туда лезет. Он хочет украсть, ему нравится, видишь? Он туда лезет, потому что там светится камера, она светится синим. И он, смотря, хочет украсть ее, видишь, какой? Да, да, это он не просто там крутится, блин. Да. Покорми енотика колбаской. О, за 200, вот это изи, хорошо, сейчас.
О, жабр идет, смотря. Видь? Видишь? Смотри, смотри, смотри. Вон, смотри, смотри. Жаба. Смотри. Видь. Смотри, вора заподозрит, смотри. Смотри, смотрит, как енот кушает. Да, да, это жаба. Круто было бы, если бы сейчас случайно камера налево повернулась, а там клетка с роленкой стоит, и она такими же белыми глазами в нее да, смотрит. Да, да, да. А, там дальше негры, осуждаю. Опа, смотря. Смотря, сраку подставил жабе и пернул. Видишь, пернул жаба, аж рот открыла. Сиранул, зараза. Ля-ля-ля-ля, сраку смотрит, ля. Смотри на енотную сраку смотрит. Смотри. А, да, он сейчас желаку направит, смотря, и бахнет. О, видишь, смотря. Ля-ля-ля-ля. Смотри, желчь пристает, смотря. Смотря. Смотри, желчь воровать хочет. Ля, желчь ворует. Желчь украл что-то. Смотри. Смотри, смотри, смотри. Желчь тоже бур, сука. Ля, сука, ля-ля-ля, тварина, блядь. Шо ты, 1.4 турбо? Ну шо, как? 1.4 турбо, да, сука? Нормально? Нормально, нормально. 1.4, да? Турбированная, да? Шкода. Нравится, да? 1.4, да? Супер машина, согласись. Ага. Понял, Саша. На тебе, дурак. На тебе, блядь. Это тот самый легендарный поезд Самара-Харьков? Кто на Харьков? Иди убирай. О, Сашка. Саша, ну что там, 1.4 топчик, да? Нормально прет. Как там? Сильно прет. Нормально ты прям газуешь? Базара ноль. Да, 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 я.